Сергей Жуков и Регина Бурт воспитывают троих общих детей – дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Сегодня на фестивале «Новый сезон» выяснилось, что вскоре пара станет родителями в четвертый раз. 37-летняя Регина Бурт появилась на внеконкурсном показе фильма Анны Меликян «Чувства Анны». Супруга лидера «Руки вверх» выбрала для выхода в свет просторное черное платье, которое, тем не менее, не смогло скрыть ее округлившийся животик. По всей видимости, пополнение в звездной семье ожидается в конце нынешнего года. Это будет четвертый совместный ребенок пары. Регина и Сергей вместе более 17 лет и воспитывают 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей – 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. Также у певца есть взрослая дочь Александра от первого брака.